Рязанский Кремль – одна из главных достопримечательностей Рязани. Здесь, в древнейшей части города, расположился уникальный комплекс церковных и гражданских построек 15-19 веков. Колокольня Успенского собора – самое высокое сооружение Кремля. Сразу за ней сам Успенский собор – центральный памятник Кремля. Слева от Успенского собора – самая ранняя каменная постройка Кремля – Христорождественский собор 15 века. Церковь Святого Духа с двумя апсидами – памятник архитектуры первой половины 17 века. Следующей нашей остановкой стал памятник Евпатию Коловрату, самому мужественному рязанцу, вызывавшему страх и уважение у самого Батыя. Рязани грибы с глазами. Их едят, а не глядят. Село Глебово городище в 30 километрах от Рязани. В прошлом древнерусский город Глебов Рязанской области. Здесь в 1378 году произошла битва на реке Вожа, в которой Дмитрий Донской разгромил золотоордынцев.
едем, а тут такая красота. Усадьба фон Дервиса. Дворец здесь, в Кирицах, построил Сергей Павлович фон Дервис, сын известного предпринимателя и мецената, строителя железных дорог Павла Георгиевича фон Дервиса. По странному стечению обстоятельств, в этом прекрасном замке барона фон Дервиса обосновался костно-туберкулезный детский санаторий. И именно этим заболеванием, разбившим семейное счастье, страдали дети в семье Дервисов. По понятным причинам внутрь замка нам попасть не удалось, поэтому любовались моим издали. Оборонительный вал был. Здесь внутри оборонительного вала стоял древнерусский город Рязань, столица Рязанского княжества. Судьба древней столицы плачевна, разоренный ханом Батыем город так и не смог возродиться. Столица Рязанского княжества была перенесена в Переяславль-Рязанский, который позже переименовали в Рязань. Thank you.
Перебравшись на другой берег реки по понтонному мосту, мы очутились в городке Спасск-Рязанский, где посетили Спасский историко-археологический музей имени Георгия Карловича Вагнера. Один из самых интересных экспонатов музея – диорама Старой Рязани. Также в музее хранятся мемориальные вещи Вагнера, коллекции этнографии и быта жителей Спасского уезда. Очень интересна деревянная церковь Вознесения Господня, построенная в 1782 году. Она чем-то напоминает усадьбу с колоннами и мезонином.